Всем привет гостям и подписчикам канала. Сегодня в конце видео будет небольшой интерактивчик. А показать я вам сегодня хочу интересную интерактивную игрушечку, которая называется «Тренировка с Хинако». Это такой замечательный женский персонаж из аниме мультфильмов. И заниматься мы с ней будем, как вы не догадались, наверное, с самого начала, спортом. Управление данного приложения осуществляется акселерометром. И сейчас мы попробуем. Итак, первое упражнение будет на пресс. Видим мы вот такую замечательную картинку, после чего нужно взять планшет в руки, лечь на спину и вставать резко. Как только планшет почувствует, что вы совершили такое движение, Хинако повторит за вами это движение, порадует вас великолепной анимацией своих молочных желез и прочих органов. Думаю, достаточно. Когда вы выходите из упражнения, происходит подсчет калорий, количество раз. Также можно этим поделиться с друзьями в социальных сетях кнопочкой шара. Второе упражнение – push-up. Push-up – это отжимание. Делается это упражнение таким образом. Планшет кладется на пол, после чего вы становитесь над ним в стандартную стойку при отжиманиях и касаетесь носом вот этих вот ее шариков. И когда вы касаетесь носом ее шариков, она тоже отжимается с очень интересной анимацией. Главное не перестараться. При этом также можно изучить японский счет. Как вы слышите, она считает от 1 до 10 или до 20, до скольки там влезет. 15, вот здесь цифра, и мы слышим, как звучит по-японски 16, например. Выходим. Считаем калории. Нажмем шара. И, как видите, можно поделиться и в Facebook, и ВКонтакте, и в Google Plus своими рекордами. Здесь мы видим сразу же подсчет и предыдущего упражнения, и который сейчас сделали, общие потери калорий. Третье упражнение будет... да, приседания. Берете в руки... да, вот так. Я хотел попросить своего сына продемонстрировать работу этого приложения, но думаю, этого бы не одобрили смотрящие некоторые мамы. Так как упражнение, точнее приложение, это достаточно такое, мягко говоря, секси. И может вызвать нездоровый интерес. И это было третье упражнение, которое называется приседание. В версии этой игры упражнение называется сквал. Также в игре есть Help, в котором подробно описано все эти упражнения, как правильно выполнять. Рекорды вы можете свои посмотреть. И сохранение данных, ну, для переустановки. Все, всем спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки. Теперь небольшой интерактивчик, пожалуйста. Напишите в комментариях обзоры каких игр или приложений вы хотели бы увидеть в дальнейшем. Спасибо.